Лубзиука, на эфире Чихуп, а информация Гератера Хамшейкшара. Апсна Ахюнткарра Ахада Рауль Хаджимба, Афончаца Калакида Тайт, Атула Хада Эйли Кауан, Ахучбах Чечаца Хубра Аргылара Ахинзе Наргахой, А культура юна Айтеши Кургылара Шумме Пусуи. Ахада Убасги Ахучара Айтит, Афонпи Ахапы Аталари, Атыцари Рырманшалара за имя Пугаз Айтеши Кургылара Пусурока Архатабзира. Ажабжи Ацицует Даурин Апшиба. А район, который гиркнул пша фона агирз хома худжбахчаква, а ус звака ядна клой пшинью жевик. Убрязоб из этого зарослопи, а инвестиция от программы хаквир так зана, а худжбахча а хабра чесаргулара, яра а типа залрхта фон пи ахмткарат дача адгилы хатанаква, а худжбахча вей хагула книгоб, а усурква анхдыркушалак ядна клой пшюк и нарыцна худжква. Асипша социалтца казмо ахабрак убаски дырглой да республика и гирт а район корочке. Вообще сейчас по инвест-программе хорошие объекты социального назначения строятся. Вы знаете, в Гаграх прекрасную школу строят, в Тхинах прекрасную школу, детский сад в Ачимчирах, детский сад в Новом Афоне. Это современные школы и современные детские сады. Здесь все предусмотрено, начиная с концертного зала. Апснахада аустачар напкамтагуэйтейт, а наюсра напиянитейт, а худжбахча хабра аргылара языша кургылару ачхара рачтым гаква арусурок вахдыркушарт. Афон акалакякна айтеша кургылару тусуроку ирчуп, а культура айвначы. Урт рынок дырзы апснай хабра резерв паракнут яужин вежуве ба миллион маатин рыцна. Вожу аусуроку акрыша курцалахейт. Оно было в плачевном состоянии. Мы уже который год, занимаясь вот Афоном, видели, в каком состоянии находится это здание. Решили привести его в порядок своими собственными средствами. Афона культура Юнайтеда Шекургылара Аззаара Штрихвейсти Акарцуан. Еха, апсна хюнткар обидда хазгалит, еха и хэнзэшбу, уску айня апсара, яша тхуан искупхот, яра аргылу и усуша. Ас ирласна пшим зробицо, и ухозра бас яйт клона, пшим зробицо, усурок во время кузуште, и ход судара зирасшо. Тут был клуб, но это невозможные условия были человеческие. В 21 веке у нас курортный город, у нас приезжают тысячи людей, которые потом пересказывают, что они видели. И мы не могли никакое мероприятие провести, то стадион, где лето и так далее. Даже были сорваны иногда мероприятия в связи с погодными условиями. На самом деле это желание и просьба громадная была афонцев, и спасибо президенту, что поддержал этот проект. И сегодня весь Афон, проходя, они молятся и радуются, что такой объект будет. Зейтеша кургылары ячу ахыбры хдзис яюит ачарр ханха, ахыбры чубаски калойта библиотека ашахмата сырта. Афон чыспи ахапы талары тыцры рырман шаларазы, айтеша кургылары кусураком япкан. Ахапы айхабы Мирон Чалмаз яжу корыла, уртирып харджин хынюжужба миллион маат. Дара идрхаза пара. Айтеша кургылар гусура кварыштаха, хапы аталара атыцра агыр ирзыман шалахайт, апсшевичей атуристчей. При первой нашей встрече, когда мы только начинали работать, президент страны Рауль Джункович сказал о том, что все предприятия должны развиваться. То есть заработанную прибыль, заработанные деньги вкладывать в собственное развитие. Это очень важно, потому что без этого невозможно конкурировать ни с одной страной, потому что вы знаете, что туристическая отрасль очень быстро развивается, и мы должны конкурировать. Мы хотим, чтобы к нам приезжали туристы, и им было комфортно. Как вы видите, здесь даже можно ничего не говорить. Здесь созданы все необходимые условия. Не было здесь ни крыши, ничего. Сегодня не страшно, даже если дождь пойдет или же будет очень жарко. Вот. Вы видите, здесь в шаговой доступности находятся комнаты отдыха, кассы, туалеты, места, где могут люди отдохнуть. Вот это делается только для того, чтобы привлечь туристов и создать им благоприятные условия, то есть создать им комфортные условия. Цепхпячук сечерп шнахак обшуазара фонпи ахапы италах юрхабхазара асынпа агыр ейхау. Даурин апшибалык сагуха апсводили хобшра. Имя писает абсолютно шкурит раз газзара за парламент пилага имя пнагаз хаусура курейхчала есказ айлатбара. Уи ялахун абсолютно шкутус бартай хабы Эдуард Манергия, абсна ахада пасат пихаты по Виталий Габния, абсат гилах ахан хюраза министр Бесланд Бар, а депутатша. Айлатбарахан пей ханзамта хазлархи Дениза Гергепха.
Айлатора Артуа, а парламент Хилака Хантуит Митрид Барьес Гуитити Хайса Зайлатора Чапсат Килахахан Фраземинистр Раишат Цас, Апснах Джинджва Атулуиш Кошакар Артахо Хабхадзара Ашакур Гилара. Апсат Килахахан Фраземинистр Бислан Бар Арбага Куайгит, Лацара Юниски Жавшук Сын Аркны Хеважранза Яйзакна, Хаджинджва Зки Вишух Вик Атулуиш Кошар Зилвяу. Тырктула хыши инжихпа, шемтула шви пшин жижав. Ярдания виши инжижав, урастула пе федерация пши шиаба. Юниски в пашук сынарк на юниски жав шуксанца яйзыкна, а жет тулу шкварытан хуниски пши шви инжижезавюк. Тырктула зки шифба, шемтула хыши пшин жижаха. Ярдания инжижа, урастула пе федерация, юниски бжи пшин жижа. Они приходят в Министерство по репатриации, мы их регистрируем, готовим пакет документов и направляем паспортно-визовую службу. Вновь или обмен? Нет, это вновь. Вновь? Да. И то есть те лица, которые получили паспорта, получают первый раз. Обмен проводится без нас. Они напрямую идут в паспортное управление, получают паспорт. Все, они граждане Абхазии. Она все за отгылом хацыпхюси чула решения и рухтадзамку паспортку рытараздара. Дарарычкунша абсужилар ирджагылан и башуан. Абсны юныцка пеускур министра паспорт визат кушачы, а амзры юныцка парламент хейлак имепнага за оу сурок вырылшвена ярбшын арезакуан айлагара. Из лылка ахазала дыра а паспортку рытан акпи бидзе кытай хабыгынпи и роз ашуха рышатала. Чула решения динара. 17 января 2018 года была документирована паспортом гражданина Республики Абхазия, выданным ПВС Ачимчирского рода. Согласно данным администрации села Миргула Ачимчирского района, Чолария прописана в селе Миргула с 81 года. Ранее они неоднократно обращались в ПВС Ачимчирского рода в 2008, 2009, 2010 год, но им было отказано в паспортизации. Но в 2017 году... Ну, конечно, основанием послужили все эти поддельные документы, на основании чего, в принципе, им был выдан паспорт. Все, которые приходят граждане, проходят необходимую процедуру по категориям. В частности, были проведены все необходимые проверки, дополнительные, все остальное, которые давали положительный результат. То есть это проверки давали нам, скажем так, госструктуры, которые легитимны. Служба госбезопасности, сотрудники МОБа, то есть мы после этого проверок не проводим. Но в случае таком, как вы говорите, что было выявлено, что он, его сыновья там являются там участниками, все, мы такую бумагу с СГБ не получили. А парламент комиссия Айла Перехнапха напсна хада паса пихатыпой Виталий Габния. А комиссия Алла Хуйча и Чирырге Тараргуана Гарала атула хады хатыпой и напынцамта паршины изныз а документ. Мы будем обращаться к Генеральному прокуратуру с реагированием на это. И свои выводы также изложим на ближайшей сессии, то, что происходило. Потом, почему я спрашивал, когда, ну, до какого времени вы были? Потому что это было недавно. И они открыто нам говорят, что за это платились денежные средства. И плюс у нас возникли вопросы визуального характера, мы не эксперты, то, что ваша резолюция была явно ксерокопирована на чистый лист бумаги. То есть мы не эксперты, это тоже мы попросим сделать. Атула хада пасат пихатыпу Виталий Габния, изго материалку рухтак аньил дырканаюс ахвам тагайцит, а комиссия аус рыцура чазыхьё ариасцара айлыргарыхна. Язгуйты тэреус яризги чацартрак ишаюзахас. В данном случае мне нужны вот эти ксерокопии документов. Вы сейчас задаете вопросы, на которые и начальник паспортного стола вот реагирует непосредственно, и я тоже. Где я со своей стороны, что журнал-то учета у нас остался, вот по тем годам, в том числе, да, по тем годам мы посмотрим, проходило ли, если по журналу нашему, моего секретаря, входящего и уходящего нету, значит, однозначно эти заявления через меня не проходили. Имепку Аусура Айхчала Курыла, а комиссия Ялухуз, а паспорт визат Мацура Аусура, Хисхаупфа Азырыбхадзи. Изгу а материалку из ухту Ауспорта Курах и Дукцахой. Дениза Гергиев, Хатамас Чкуан, Руслан Орлов, Апсу, Телехопшра.
Абсапаза министр Валерий Бганба на плакапсней мадара Анхами Пусурогуатара заябца за усбартабжарат комиссия Алархна Айпаларами Пигит. Айплар архы халадырхта комиссия ялу апсна экономикой, а финансквер министр раку. Аймадаре масат коммуникация курхюнткар от пусбарта, а на плакы апсны имадара рахатарнакча. А комиссия аханпею экономика министры хатыпу за ургулия, а и хабырар напхгау ей лиркает имя пгуа усура курта. Анхами пусура кваргуатарал шокурыла, а комиссия алахуйча, а уснык запкурыдар галайт, а на плака усура хатыпзиера айхтбраза. Как известно, Абхазсвязь является крупным государственным предприятием Республики Абхазия, которое обеспечивает реализацию в том числе стратегических функций государства. Поэтому особое внимание в правительстве было уделено деятельности этого самого предприятия. Комиссия состояла из представителей Министерства финансов Республики Абхазия, аппарата кабинета министров, управления по связи и массовых коммуникаций и непосредственно Министерства экономики Республики Абхазия. В течение полутора месяцев комиссия провела проверку всей хозяйственной деятельности предприятия, и по итогам утвержденного плана мероприятий комиссия сегодня сделала предложение премьер-министру по видению и решению накопившихся вопросов в этой отрасли. Если говорить о ключевых выводах и рекомендациях комиссии, можно отметить, что комиссия предложила пересмотреть и расширить линейку предоставляемых услуг предприятиям в целях повышения конкурентоспособности и более устойчивого положения на рынке этих услуг в Абхазии. Также можно отметить, что комиссия предложила установить ряд экономических показателей, которые бы утверждались руководством, собственником этого предприятия, и работа по отслеживанию и выполнению которых проводилась бы систематически. Можно еще выделить рекомендации комиссии по оптимизации штатного расписания предприятия в целях определения наиболее оптимальной структуры предприятия и необходимость приведения в соответствие с действующим законодательством действующих договоров аренды на недвижимое имущество предприятия, да, для того, чтобы эти все вопросы унифицировать, сделать подходы к аренде более прозрачными и юридически более совершенными. Абсенты Хахенкарат университет, а экономика факультета Джимми Пысит, а магистр диссертации Курыхчера. А усум такое сдыскалось, а комиссия Хантайуразиону расвела при федерации Хабыра Джаихо, а финансовый университет, а экономика теория департамента, профессор Яков Ядгаров. А усум такое рыхчера шимьё пысвазатва, амра заранде паланзамтэджа. Апсны Пехюнткаррат университет экономика факультета чысында магистр би диссертация корыхчо йойук. Урта хасабы лыргар еудит и экономика ханаплак коричка аринапхгарары тарир хархарта корчын хацараз зозруб. А студент шарусум та корыхчара анирза атглит. Урт зызгу хархарта куи вақ ишты хуаззара куи. Яган еуэпшматула кор экономика тутагла заша куи рызгыз харбага куа. Ярубас ирза атглан хтула экономика хачидыра куа. Для Абхазии, являющейся независимым суверенным государством, одним из основных условий обеспечения национальной безопасности государства является охрана историко-культурного наследия. Выбранная для исследования тема относится к теоретически недостаточно разработанной области экономической теории. Практически на сегодняшний день в Абхазии оценка объектов историко-культурного наследия отсутствует. Так как на территории Республики Абхазия находится более 1500 объектов историко-культурного наследия, возможности их оценки представляют собой необходимый фактор. Учитывая, что памятникам свойственно возрастание стоимости в зависимости от эпохи, даты, времени создания того или иного исторического события, существует вероятность увеличения этой стоимости по итогам постоянно проводимых историко-культурных исследований. Абсныпе Хюнткаррат университет экономика факультета джига магистр чаразыка царазы рабхе пяткаларам епысит юнизки жавшуксазы язгуататю по экономика ганаплаккоречка арей напхкарары тарир хархартала сында а магистр чарабхе пергубшоу рыжва урт хуек лкоп. Программа нахаю захаю Абри Рабха Яцца Шацара, аспирантуре Талша, кандидат Зиюшу, Бартазупи Сахаца, Наски, Густу Зуо, Уяра, Угуни экономика, Царас Мамир Зи, Аталар Гидар, Сьюб, Избанзар, Дурюкчук и Бзезеру. Программа Ханижа процент
А магистр в диссертации коздызгло за комиссия яла хунатыпан пиадзарава. Хантайрази он рустула пи федерация хабыра джихога финанс университета экономика теория департамента профессор Яков Ядгаров. Язгуатать у перахатарна краздзива университеты и гапсны пи хюнткаррат университеты аусей цуразы гайкшахатра шрыбжо. А царава изныкам кой хырла и рухет хтула джимя пысва цара дыррат конференция ква. Впечатление у меня из года в год только все более и более позитивное, благоприятное, потому что ощущается большой вклад профессорско-преподавательского состава вот, в становление, подготовку кадров для национальной экономики Абхазии. Не могу не отметить, что часть преподавателей в прошлом занимали высокие посты в правительстве, в парламенте республики. Вот эта практическая составляющая профессорско-преподавательского состава – это тоже такое особенное вот в стенах Абхазского госуниверситета. Хочу пожелать всяческих успехов всем, кто здесь душой и сердцем трудится изо дня в день, из года в год. Ирей Хадзо, Царайба Пехтаха, Ипхедзо, магистратура, хатала экономика в факультетах Нырих Чазаусум Токарджи, а магистр Цвихарцуа Жалагала Кухпила экономика Чьераджи, Хархора Рурал Шуитхаз Гуарту и Тацарава. Амразарандеп Хельдар Дамиров, Абсотель Хопша. Мышква крыште, рабхедзапна, апсны артхоит Европа ты ащепылом под Академией Юнити. Абреты рылахен ахуагим епусы за пресс-конференция че. Уэрх аладырхоит Академия Арт рабшизгаз ахуапи нарты изгу апснапе команды рыхчивжа Александр Кугуней. Жуларбжерапе класса зму ацбы. Великобритания ащепылом пулцбы чар Академия Аллах югиви тудуэй, а хаким хада Асмат Джинджалпхай. Академия Юнити хайчкаюча хыпкы сырымуп, апснапе ащепылом пул Ахц Азырхонхра. Академия, ащепылым пыл адыге, ахучква и дырцалут яшына абуэрчура ахазыра, агубзира ацклапшыра. Уэжызы ха адзамтадша пасадбе программала языгахцойт, аха аамтап хэка ицойт и цырцойт аметад чыцква. Хвой топ урт герхар хурахызгойтит Александр Кугуния. Академия Юнити артхойт рашарави жихпа асад жарзы Динамо астадионахна. Агуахюраз музыге вах и мюхоцар рылшойт. На сегодняшний день академия, это подразумевается система академии, то есть дети разных возрастов, и которым применяется разная методика и соответствие возраста ребенка и предлагаемые ему практики. Каждый ребенок в своем возрасте получает определенное образование, потому что в детском возрасте существует очень много сенситивных периодов, в которые ребенок должен получать то или иное занятие. Касается это координации, ловкости, гибкости, скорости, быстроты и многих других компонентов. Самое главное, что мы будем работать на пользу общества в спортивной сфере. Абсолютно хопшира пресс-центрах на химию пысы трапхет пиамилат хочетува калп конкурс абжиз хоязг на пресс-конференция. У имя пысу и тапснет пиахюнт карат филармония чарашурам заеви жипш баеви жих баеви жив барзан. А пресс-конференция ялаху на проект автор хашахи хебла мук пхай, а проект алаху и чакупшчи. Хебла мук ба лажа курила, а конкурс хопка хадес ямуб абшахира с чызыз гуаджара с харара ротара. Хакус, я могу побаси абортижбо, а чара твоя ипшта да, абас рыбшта рыбшта рашуха шаге убаси пшту, абас ипши о чара твоя рабха от пирымья. Рзартра. Рзартра. Ирылу абайхатра арпшра тыглазаша роордвипш. Нас кем апсу шуко апсу эстрада айзархара арту шта апсу эстрада шуфетча я рывагаларут пейгуб. Гугуэт
Ой, хактык назап яра абсурд политика ту хозерги уязынги атакду аму пасипшо конкурс кое збанок зер ачарча абсурдшала аша нынарыкдзо артерии збадзо зенза хоч хоги дрэйш пшна аша ко нарыкдзоит. Тажим то хорошим тест, что за дзерю хамшсы пшрахо. Гаугатича из Ларец Хавала, Рашарам за вежер з, Апсна Яхатина Кушурахой. Уахала за вежи, Пшпачула вежух по вежи, Жаха градус Рахам за Шурахой, Амшин за Апандара вежух по градус. Абриалам Шипшар Апсатужимта, Харпшопепха Хайкшойта Брия студия, Джаурста Жимтач Джергейшмуган.